9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Всем привет, это Майер. Вот, один продавец отличился, быстрее всех прислал за 3 недели. Итак, ну давайте подключим, посмотрим в действии. Это значит, у нас тут сборка, 6 аккумуляторов. Сам тестер, я его, наверное, бипер прозову. Что-то мне так проще называть. Сам бипер рассчитан до 8 банок. Есть тут схема подключения, описание на английском языке, характеристики указаны. То есть я вам зачитаю прямо отсюда с переводом. Применяется от 1 до 8 банок литий-полимер, литий-ион, литий-магний, литий-ферм. Так, точность прибора 0,01 вольта, 1 сотая вольта. Третий пункт. Показания измерения одной банки от 0,5 до 4,5 вольта. Четвертый пункт. Общее показание сборки в пределах 0,5-36 вольт. Так, одна банка 3,7 вольта, одна банка 3,7 вольта, что-то. Нижний порог срабатывания устройства от 2,7 вольт до 3,8 вольт регулируемо с функцией отключения. Все, там еще что-то примечание какое-то есть совсем на мелком шрифте, и поэтому не вижу, не скажу, что там дальше. Ну вот основное я зачитал. Значит, минус у него начинается отсюда, с левой стороны, и пошли банки. Первая, вторая, третья, четвертая, и так до 8. 8 штырьков. Так, не 8, 9 штырьков. Так, из чего он, значит, циферблат стоит, и два зумера. Один светодиод. И с задней стороны тыльной вот есть кнопочка для настройки именно функции работы зумера при снижении напряжения на какой-то из банок. Так, ну, все намереваюсь подключить, но подключаю. Так, так, так. О, громко работает, однако. Так, тут, наверное, освещение сильно. Сейчас убавим, чтобы лучше было видно. Так, давайте еще, наверное, свет один выключим. Вот так хорошо видно. Так, вот включив, он сам в автоматическом режиме пошел переключать. Сначала показал напряжение на первой банке, второй, третий. Происходит переключение очень быстро, вот прям доли секунд. Переходит следующее показание. Увидеть практически все можно за это время. 4.02, 4.06, 4.1, 4.08, 4. Так, 24.4 общее. Нажимаю один раз на кнопку, показывает порог отключения. Повторное нажатие переводит в режим коррекции напряжения. Вот 3,4, 3,5, 3,6, 3,7. Все, максимально 3,7. Это минимальное начинается от 2,6. Пропустил, по-моему, 2,6. Вот, 2,7 можно выставить. Но для литиона, как бы, рекомендуется, наверное, все-таки поставить 3. Все, 3. Он запомнил приборчик. После этого, смотрите, я могу отключить. Отключить, да? И посмотрим, сбросил
настройки или не сбросил прибор. По новой включаю и смотрим. Нижний 6 банок он определил. Ну, в общем, умное, маленькое умное устройство, хорошая штука. Нажимаю 3 вольта. Видите, один раз нажал, 3 вольта. То есть каждый раз при включении не надо по новой настраивать. Один раз настроили. Так, ну, видим, что по этому приборчику тестер, значит, у нас все банки имеют практически равное напряжение. Не надо простым там тестером замерять каждую батарейку. В принципе, у меня есть вот такой вот IMAX. На этом IMAX тоже выдаются такие же показания, как этого прибора. Ну, IMAX есть IMAX, в основном его функция зарядка, а это мы используем для своего проекта. Я хочу шуруповерт перевести на литий-ион. Ставьте лайки, кому понравилось, заходите на канал, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео и новые обзоры.